Молодежь Приморья в очередной раз доказала, насколько она талантлива. В этот раз на чемпионатном движении «Профессионалы». Подвели итоги чемпионата представители Министерства профобразования и занятости региона и заместитель председателя краевого правительства Николай Стецко. Чемпионатное движение и победителем, которым вы являетесь, это, знаете, такая апофеоз, квинтэссенция, итог всей той большой работы, по которой мы оцениваем, получается у нас или не получается. Благодаря вам получается. Вы гордость, потому что вам дальше строить все в этом регионе, в этой стране. В чемпионате команда края взяла 11 наград. 3 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовых медали на отборочном этапе. И 3 бронзовых в финале. Приморье заняло 20 место среди регионов России. Чемпионатное движение проводится для обеспечения кадров в различных отраслях экономики. В 28-м году я хотел бы, и цель правительства поддержала наряду с других инициатив, чтобы у нас в числе преподавательского состава не менее 50% преподавателей, мастеров производственного обучения, ну, преподавателей профессиональных дисциплин, не менее 50% были либо те, кто раньше был победителем и призером региональных национальных чемпионатов, либо были наставниками и подготовили таких призеров. Сегодня чемпионат объединяет школьников, студентов, педагогов, индустриальных партнеров и профильное краевое министерство. Профессионалы нужны, чтобы каждый на своем уровне сделал все возможное для развития системы среднего профессионального образования и роста экономики региона. Олег Завьялов, Диана Иванова, новости на восьмом.